что, друзья, мы идем дальше по поводу спортивных добавок. Спортивных, неспортивных, пищевых добавок, биологически активных добавок. Можете называть это как хотите, я называю это пищевыми добавками, потому что я считаю, что, и не то, что считаю, а сам Гиппократ говорил, что да будет вашим лекарством пища. То есть все из пищи можно черпать, и все из пищи нужно черпать. И сегодня я хочу поговорить о такой добавке, как витамин С. И не только о витамин С. Почему? Потому что в компании, которую я представляю, Эвалар, есть такие шипучие таблетки. И вот здесь витамин С вместе с цинком. И сегодня я расскажу простым языком, почему я принимаю витамин С и почему я считаю, что вместе с цинком это наиболее продуктивно и усваивается хорошо, и влияет на организм. И как это влияет? Ну, начнем с того, что витамин С, или как называют его в природе, аскорбиновая кислота, является одним из основных веществ в человеческом рационе. Питание необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани. Если вы вспомните, то, наверное, с самого раннего детства ни для кого не было секретом. Самый популярный и самый витамин, который всегда был у нас на слуху, особенно у тех, кто лежал по той или иной причине в больнице, не дай бог, но лежал, особенно в детском возрасте, всегда приносили утром перед завтраком аскорбиновую кислоту, приносили в таких порошочках, которая нам очень всем нравилась, детям, и мы ее принимали. Значит, то есть витамин С всегда являлся как бы базой и основным передовым витамином, который всегда рекомендовалось принимать. Почему? Потому что, во-первых, он влияет очень сильно на организм в качестве мощного антиоксиданта, то есть его принимают при заболеваниях, простудных заболеваниях чаще всего. Вот. Ну и также влияет на обмен веществ и участвует во многих процессах организма, ибо он витамин. Без витаминов, без базы невозможно функционирование полноценное нашего организма. Существуют разные формулы создания этого витамина. Также есть синтетические, которые были созданы, не помню каким ученым, немецким, по-моему, в 1938 году или в каком-то синтетическом. Но я всегда стараюсь сторониться всего синтетического. По понятиям, которые я уже объяснял, вот, потому что это в некотором роде обман организма, и всегда стараюсь находить натуральные соединения той или иной спортивной добавки. Вот. Значит, был такой ученый, и он есть еще, американский ученый, которого блокируют на Ютубе, против которого целая компания фармакологов, который просто говорит, что витамин С способен излечить даже рак любой степени. И фармакологи, и специалисты с медицинским образованием, они утверждают обратное, и они не хотят, чтобы люди про это знали. Так вот, что он имел в виду? А он имел в виду потребление витамина С в повышенных дозах с натуральным производителем. То есть, что такое натуральным производителем? Ну, надо посмотреть, в каких фруктах и... находится витамин С, и черпать этот витамин именно оттуда в качестве натурального поставления натуральных ингредиентов, вот, не ссылаясь на синтетические. Но когда у нас нет натурального, разумеется, рак тоже рыба, и ну а что делать? Ну и я тоже периодически принимаю синтетическое. Но если у вас всегда есть выбор между синтетикой и натуральным, с натуральным продуктом всегда принимайте натуральный. Итак, витамин С — это основной антиоксидант для организма, он способен бороться с множествами болезней. Вот, а теперь подумаем, почему его поставили в связки с цинком. Мне приходится периодически делать паузы в моем видео, чтобы видео не было слишком длинное, чтобы потом можно было легко загружать на компьютер, потому что проблемы, когда ты монтируешь видео, если видео слишком длинное, потом мне приходится обрезать, потом добавлять и тому подобное, отрезать, если слишком длинное. Anyway. Что такое цинк и почему, собственно, он идет в комплексе здесь витамин С плюс цинк? Это микроэлемент, потребление которого необходимо для синтеза белка в организме и участия в оперировании с жировыми кислотами, скажем так, ну, простым языком. То есть цинк влияет в построении мембраны клеточной,
и также очень активно влияет в гормональном фоне, то есть выделение того самого тестостерона или правильного построения гормонального фона вашего организма. Также цинк является активным антиоксидантом мощным, то есть он как бы дополняет витамин С, то есть витамин С антиоксидант, борется с болезнями, и тут цинк, мало того, что он борется с болезнями и помогает организму правильно функционировать, он еще и активирует гормоны, такие как синтез гормонов, направленных на выделение тестостерона. Вот. Так что я сейчас принимаю вот это, что я делаю. Почему я специально попросил шипучие таблетки? Сейчас опять остановлюсь и продолжим. Ну, во-первых, потому что таблетки быстро растворяются в любом напитке, но в частности я беру воду, чистую воду, и во время тренировки выпиваю. Здесь рекомендовано 2 таблетки в день, они граммовые, для взрослого человека и для ребенка, или для среднего возраста, малолеток, 1 грамма хватает. Значит, что необходимо знать, что это выделяется из натуральных продуктов, из сбора ягод. То есть этот основной база витамина С и цинка идет из витаминного состава фруктов. Вот. А потом добавляется, как и везде, добавляются красители, закрепители и тому подобное. Без этого не обойтись. Но сколько я уже принимал, мне нравится сам вкус. И мне нравится того, что, ну, во-первых, у меня идет полное удовлетворение того, что я потребляю именно то, что я хочу. Никакого негатива я не ощущал, кроме позитива, как морального, так и физиологического. Так что рекомендую принимать этот Эвалар, цинк в качестве антиоксиданта и повышение тестостеронового уровня. Вы все время спрашиваете меня, а как повысить, как повысить. Вот, поэтому это один из способов. Это всегда сохранять правильный мультивитаминный баланс в вашем организме. И цинк с витамином С поможет вам это сделать. Всем здоровья, хорошего настроения, и в следующий раз продолжим с другой добавочкой. Запах. Вкуснячески. Вкуснячески. Самое главное, без глютена, ребята. Без глютена и без консервантов. А это значит натураль. Приятного аппетита мне перед тренировочкой. Ну и последнее, о чем я забыл вас предупредить в этом видео. Это если вы вдруг выберете добавки, которые принимаю я, и захотите приобрести, то вас ожидает 10% скидка по моему промокоду. Переходите в Эвалар. Все ссылки будут под этим видео. Здоровья вам!